24 hours in your life. How are you going to spend them? How about having fun with the pirate? In 10 minutes, I ask you to go somewhere safe with me. The storm is coming. The Manus is changing history. It leaves the ground without hesitation, as if trying to get rid of a pernicious habit. The milk was mostly dumped. I bet all my money on you! Another 19% down? Give my money back! Give it back! A pernicious habit of this era and society. The storm is about to fall. Who cares whether the shelter is the eave or the rubble? What if I say, I can provide you with a shelter? Where are you taking me? I need you to brave the storm with me. The things you're doing, does your boss know? This is my own will. There is something I want to find out myself. The truth. These are meaningless. We are born to die martyrs. Just because the student handbook says so. I'm important to grow. The way I prefer. And I need her to learn the price of rebellion. It would be great if I met you in your rubble first. And so we would have not... Forget it. И всем-всем привет, большое спасибо, что подключились, и вы вновь на канале Starlight, и мы продолжаем играть в реверс, двигаться по реверсивной истории, и сегодня у нас, на самом деле, ребят, важный момент, а именно, как я понимаю, мы сегодня встретим финал первой главы. Долго мы, на самом деле, шли, мне даже, вот знаете, вот кажется, что дольше, чем в том же Лимбусе. То есть там, ну сколько у нас, пролог и первая глава в сумме серии 12 заняло здесь. Да здесь, по-моему, так же, но по ощущениям как будто бы дольше, я не знаю, почему так. Блин, меня вот эти вот ребята... Спасибо, что смотришь, я, кстати, подписался. Зона! Да ладно, все-таки начал играть и каким-то уже образом прокачался. Вот выше, чем я! Это... Как это происходит? Как вы это, ребята, делаете? Ну, я думаю, народ просто так долго на сюжете не сидит. И, ну, тут, в принципе, логично, да? Павия получила миссию. И после завершения ее, и осознания того, что клиент... А это он. Клиент не планирует ему платить, да, за это дело. Он просто убил его по пути, типа, наружу откуда-то из комнаты. Ну, это жестко. Ну, это жестко. О, смотри, у нас вторая неделя пошла фестиваля. Это интересно. Как мы там смотрели? Мы не можем, кстати, даже... А, ну, мы не знаем, кстати, что это за персонаж и так далее. Но тем не менее... Очень интересно будет открыть Wilderness, потому что, ну, я так понимаю, все-таки 1.16 это финал первой главы. Если нет, я буду удивлен на самом деле. Ух ты. Та самая мадам Зи. Официальное, написанное от руки письмо для Верти. Весна грядет, новый сезон означает новые испытания. Время великих перемен и всех благополучий, да, с этим делом связанным. Пожалуйста, прими мои лучшие пожелания, которые на самом деле выходят даже за границы официальных процедур. То есть это не просто
официалитет, типа, прими мои лучшие пожелания, да, чтобы у тебя все было нормально, но в целом-то и от сердца тоже. Пусть у тебя будет безопасная, успешная, спокойная и без, ну, типа, и успешная весна, Верти. Кто такая мадам Зи? Ну, типа, я помню, кто такая мадам Зи, но мы ее видели прям? Или нет, я что-то как-то не уверен. Мы всегда будем, ну, типа, тебе подмогой, да, стоять прямо рядом с тобой. И мы уверены, что ты на пути к становлению великой хранительницы времени. Прилагаю материалы, да, с этим письмом, которые помогут тебе в твоем приключении. И я надеюсь, что они тебе помогут. Это приятно. Конечно, конечно, приятно. От этого что за все письма? Вот Ан-Ан-Ли. То же самое, что типа заметка с таким аккуратным почерком. Угу. Сир Вертин, весна грядет, принося более сильную энергию Ян. Ну, блин, ребят, ну, короче, я не буду это переводить, мне просто лень, честно говоря. Но как будто бы все друзья с наступлением весны грядущей, хотя еще середина февраля, Вертин присылают письма с, как говорится, best regards, с лучшими пожеланиями, да, и небольшими этими, от Лилии. Спешно написанная заметка. Вертин, хочешь проехаться со мной? Я зарезервировала место на метле и немного водки для тебя. Да-да, я знаю, что ты скажешь. Я не пью водку. Ну ладно, именно по этой причине немножко золотистого шампанского я для тебя отложила. Обещаю, тебе она понравится. Я понял. Блин, это приятно на самом деле. Пусть я не понимаю. Друвис, кстати. Да, письмо из леса. Последнее время, да, я знаю, что переводить не хотел, но, блин, мягкий шепот леса становится все более жизнерадостным, и надеюсь, что это, как и вновь, ознаменует пришествие весны. Да, это приятно, я не знаю. Помимо простых наград, приветствую, ну, типа, от леди, от Созаби. Надеюсь, это письмо найдет тебя. Блин, это прям максимально официальное такое письмо. Ага. Блин. Я просто не хочу тут задерживаться. И это еще... Это, наверное, какие-то там... Ну, с серверами были неприятности, либо чего-то вроде того. У нас все еще вот эта вот штука. Я все еще не вошел в момент фарма. Я просто не хочу заходить каждый день ради того, чтобы фармить пыль. Я еще раз скажу, который у меня и так уже больше 100 тысяч. То есть мне это просто не нужно пока что. То есть это вам не какой-нибудь опыт в Лимбусе, который нужен всегда, да, или нитки, и ты заходишь регулярно, потому что иначе у тебя нифига не будет. А здесь как будто бы нормально на начальных этапах. Ладно, давайте, как обычно, начнем с саммонов, начнем с прокруточек, тем более, что мы уже практически завершили вот эти вот первые капли дождя, после которых, ну, не факт, что мы прям закончим с этим стартовым баннером сейчас, но как минимум, мы приблизимся к концу, а если закончим, то уже со следующего раза... О, так, как будто бы это что-то крутое. Как будто бы это пятерочка, ребята. Будем выбирать из других уже баннеров. Пятерочка, ну-ка, звериная. О, слушай, это хорошо. Это на самом деле очень хорошо, потому что дубли на годных персонажей, ну, типа, на пятерке, это... О, кстати, я ж на Сонетта, точно, я ж получил... Получил уже портрет на нее, с того, что закончил туториал, и можно и прокачать, что у нее получается. Unrestricted Chant, дополнительный Penetration Rate 16, это, по-моему, ульта у нее, да? А было 8, блин! Нифига себе, чисто в 2 раза больше пробивать будет. Вот это я понимаю, вот это я понимаю! Мне даже, вот знаете, кажется, что... Ну... Чем выше звездность у персонажей, тем их повышение через дубли как будто бы даже полезнее получается. У Дикки.
Судья Мэверик, дополнительный урон генезисом 130. А было 100. Ну слушай, ну приятно. Почему бы нет, тем более, что все это практически на халяву делается. Нет, это в принципе делается на халяву, только дубль. Дубль только выбей. А еще, кстати, подожди, мы же выбиваем себе эти... Блин, и вот в каком магазине это теперь? А, вот, вот эти вот, да? Слушай, а вот эти вот дубли, альбом потерянный, они выпадают... Ну, типа, это более редкая версия вот этого вот. Я вот как-то даже не обратил внимания. Выпадает с пятерок и шестерок, я правильно понимаю? А вот эти вот выпадают со всех остальных? Напишите. Блин, нужно третью главу закрыть? Может целиком, может быть нет, чтобы все вот это вот выкупать. Тут даже, блин, даже больше. Это, конечно, такое. Это все, конечно, можно покупать, но мне пока оно не надо. Блин, я понимаю, что я еще в такой ранней части истории нахожусь, блин. Хотя вот вроде бы столько времени потратил на игру. Не то чтобы прям как-то супер дофига много, но тем не менее. Давайте крутить дальше. Еще раз говорю, что тут обещали гарантированную шестерку, и что-то она никак не падает. Она выпадет, само собой, раз гарант. Но все равно... Ууу, так-так-так, это что, еще одна пятерка, что ли? Ну-ка. Слушай, ну кай. Слушай. Да, кстати, вот. Слушай. Ребят, дубли когда падают, это, может быть так и запланировано? Может быть так и запланировано, что более редкие штуки падают потом? Это очевидно четверка какая-то. Давай посмотрим. Может быть новая даже. О, вот. Да. Говорит, это самое, привет. Эй, не уходи, пожалуйста. Я из экрана не вылезу, обещаю. Это отсылочка на эту, на Садако из звонка, да? Блин, эти персонажи, ти-ти-ти. Эй, теперь... Ребят, ну как это придумать можно, в принципе? Просто девочка в телевизоре на разных экранах, причем самое-то интересное. Так. Я лишь одна на этой сцене, больше ментального урона, это очевидно ульта. Было 300, стало 350, но это жестко. Это, конечно, жойско. Ну-ка, давай посмотрим. Как до этого можно додуматься? Вайфу в телевизоре говорит, ну что, набрался храбрости поделиться со мной секретами? Можешь взять вот этого попкорна и луковых колечек, ну, с которыми обычно сериальчики смотрят. Вот, подойди прямо сюда. Говори прямо в динамик, да, как на ушко. Блин, это забавно. С одной стороны. Она диспеллер, о, слушай, а мы таких вообще видели? Так, privacy policy, это... ну, это, знаете, вот эта вот тема... В документах там или где-то. Ну, короче, это... Я забыл, как оно называется, прикиньте. Соглашение... ну, вот это вот официальная фигня, да? Кому там права принадлежат и так далее. Ну, вы поняли. Я забыл, как это по-русски называется. Вот. Так, давай посмотрим. Киберзащита, блин. У хакеров множество трюков. Ментальный урон. Хакеры обычно взламывают устройства через интернет. Серьезно? Еще диспеллятся каунтеры с цели. Хакают устройства не только через интернет, но и многие другие каналы. Ахаха, кибербезопасность. Это очень забавно, учитывая то, что это старые телики вообще из разных эпох. Электрическая безопасность. Ну, типа, протечки часто происходят, но вообще это протечки имеется в виду информация. Да? Утечки, даже скорее. Ментальный урон с пенетрейшеном. Например, электрические утечки, да? То есть бывает это в проводе дырка, и вас может током фигакнуть. Угу. Неважно, электричество может так вот утекать или тайны. Блин, очень мне нравятся вот эти вот описания. А это...
выключи сейчас же! Ну что, типа, выдерни там провод откуда-то, да, или из розетки. Это, возможно, самое невероятное телевизионное шоу в жизни. Массовая атака наносит ментальный урон, и на два хода все противники не могут получать мокси, то бишь они становятся зачарованными. Типа, знаешь, чисто 25-й зомбоящик. Почему она называется TTT? Что отсылка? Я не шарю. Костюмы есть? А, у нее ноги там еще есть, смотри-ка. Блин, как это, кто это придумал? Она никогда не считала себя призраком, даже если люди так считают. То есть она реально дух в телевизоре какой-то. Лол. А, блин, ты смотри, у нее просто меняются одежки в телеке. Это, во-первых, и сами телевизоры у нее меняются. Немножко. Но это жутковато, если вот так вот подумать. Чисто твоя вайфу в телевизоре. Ну это гении. Ну это гении это придумали, ну не иначе. Ой, подожди, давай я еще хочу посмотреть. Краски. Hyperlink. Радио Джем. Из 90-х годов, ей типа 18 лет. Дата рождения неизвестна. И место, где она впервые появилась, неизвестно, а с тех пор она по всему миру начала появляться. Это жутко, это просто... это... Нейросама. Блин, это забавно. Ну-ка. Типа, мой сигнал пропадает, да? Типа, во время грозы там или чего-то вроде того. Кто-то забыл выключить телевизор, эй, ребята! Ребята! Там кто-нибудь есть? Блин, это жутко, но мило. Говорит, о, слушай, привет, доброе утро, какие-нибудь интересные сплетни? А, ты хочешь посмотреть эти новости утренние? Ну ладно, я сваливаю. Ну, в том плане, что ладно, уступлю тебе экран. Блин, гениально. Окрашенные в карамельные цвета заколки. А, я понял. Глобальная, Global Village. Интересно, что это такое? Интересно. Блин, все это когда-нибудь, я это когда-нибудь переведу. Когда-нибудь. Обязательно. Ну ладно. Мы стоим на пороге между этой главой и следующей, которая будет называться Entertainer is the Night. Мне, знаешь, порой кажется, что ребята просто взяли и сделали машинный перевод даже на английский. Мне вот почему-то так кажется. Я многие встречаю гачи, в которых даже английский кривоват. То есть их обычно там еще и на русский переводят, и на кучу других языков, потому что, ну а что, прогнал через машины? Я не думаю, что здесь прям через машины прогоняли, но тем не менее. Entertainer is the night. Я не совсем понимаю, что это означает, но что типа пройти сквозь смоленистую тягостность, томление ночи, чего-то вот вроде того. Я не знаю, я сам просто переводить начинаю все это более расплывчато, чтобы оно лучше звучало. Так вот, небесные апостолы некие. 16-й эпизод называется, мы проходим сквозь лабиринт, который, судя по всему, тоже разрушается. А машины нет, кстати, уже. Она выехала отсюда. Вот, и мы закончили-то на чем? На том, что... расползаться, просто вот эта вот буря начала из Вольдена, и мы решаем свалить отсюда. Ну и к тому же в лабиринте там заточена сестрица Шнайдер, и я пока не понимаю, мы вроде как... Ну мы вроде как это самое, пока что не конфликтуем. Да, то есть она здесь занимается своими делами, мы своими, но мне, знаете, ребята писали, что в игре... Ну вообще не просто в игре, ну ладно, в игре... Шнайдер реально существует как игровой персонаж. То есть, это что-то, наверное, значит. Эти вот ресурсы нам ни разу не пригодились. Спустя час после предыдущего раза происходит событие. 8 вечера, исход дня. Хотя еще целые сутки остались до того, как эта временная линия перестанет существовать.
Мне интересно, как будет вообще финал. Там будет, ну там будет босс какой-то или что там вообще будет. Давайте посмотрим. 18 левел. В любом интересном приключении должно быть как минимум... Ну, типа, должен быть как минимум один взрыв, да? Как минимум одна яркая вспышка. Еще, кстати, хард откроется где-то там в начале второй главы. Ну, не прям в начале, но откроется. И все это можно будет перепройти на более хай-левельных вещах. Я не знаю вообще, есть ли в этом смысл. Например, в каком-нибудь ПГРе, например, открывается альтернативная вообще сюжетная линия, которая с позиции главного антагониста главы или чего-то вроде того описывает события, углубляя тем самым сюжет. Это очень интересная придумка, честно говоря. Здесь, ну, я сомневаюсь, что так будет, но тем не менее, давайте посмотрим. Небесные апостолы. 18 левел. Помним. Везде этот сюжет. Not many forks ahead. You're getting closer to the outer wall. Развилок становится меньше. Похоже, мы приближаемся ко внешней стене. Да, скорее всего, к тому месту. Ну, как Созаби и Сонетта сюда попали. Ну и вообще, при необходимости, можно стену выломать и свалить отсюда. Yes, I heard the sounds of the street. Да, я слышу звуки улицы. А наружу, типа, никто, ну, не воспринимает, да? Ну да, никто же не воспринимает, что шторм наступает. Людям, если же прямо на это не указать. Да и причем все люди были в оке шторма, где, возможно, они ощущали на себе вот это искажение пространства. Мисс Созаби, did you get hurt? We didn't know there were so many ambushes. Мисс Созаби, вы ранены? Мы и представить не могли, что так много засад, да, здесь будет в этом лабиринте. То есть вот предыдущий раз была битва, когда мы сталкивались с челиками из Возмездия. Ну, я буду так Манус Виндиктей называть, потому что так проще. Потому что это буквальный перевод этого словосочетания. Вот. No worries. You carry Freddy. And clean up the potion on his mouth. Все нормально, не беспокойтесь. Понесите Фредди, пожалуйста, и вытерти зелье у него, блин, которое изо рта стихает. Чтобы просто этот мистер Карсон не понял нифига. Просто, тут, ну, как бы, это все Созаби ни в чем не виновата. Тут просто чрезвычайная ситуация была, блин, вот заноза, а. When we get out of here, I will write a report. Ага. В этот раз мы собрали много полезной информации. Когда выберемся отсюда, я напишу отчет. То бишь сейчас мы хотим выбраться и отправиться обратно в, ну, в фонд? Или что? Или вторая глава сразу продолжится, откуда мы начали? Ну, типа, откуда мы... Ну, где мы закончили эту главу? Хотя еще до заканчивания какое-то время. А еще? Что еще? Timekeeper, there is another person. Хранитель, там какой-то человек стоит. Да? I heard someone asking for help around here. А, в этом плане, подожди. Там был другой человек, я слышала, что кто-то звал о помощи. И там были остатки зелья. Ну блин, она это все запомнила, прикинь? Не как какие-то анимешные персонажи, окей, это не важно. Забудем, ну тем более, когда рядом Созаби такая, Сонетта, пойдем дальше. Она все это запомнила, сейчас все это передает Вертин, что... Ну и да, мы понимаем, что это сестра Шнайдер там была где-то. I want to help her get out. Я хочу помочь ей выбраться тоже. Ну да, как бы не кайфно оставаться в лабиринте в подземном возмездии. Can you find her position? И помнишь, где это было? Ну, вообще, помнишь, где это было, и оттуда сможешь определить, где она находится. Ну, он, человек. Let me think. It should be around the wall, in front of the critter layer. Дайте подумать, это было рядом со стеной, прямо перед логовом грызунов. Она прям помнит все это, где они там встретились, с этими грызунами. Кстати, бой там тоже был. At the end of this corner... И в конце этого коридора нужно повернуть направо. У нее прям ментальное, у нее прям чертоги разума какие-то. Сонетта прекрасна, вот серьезно. И не только из-за волос. Ну нет. Но просто, я не знаю, я как-то не считаю там белые, вот эти каштановые, там темные волосы какими-то впечатляющими. Они красивые могут быть.
Но, по-моему, какие-то вот такие вот рыжие, прям русые волосы, я понимаю, что вот таких вот прям в жизни редко ты встретишь. Хотя иногда бывает, но, как правило, они крашеные. Они выделяются прям. И причем естественным образом. То есть это не какие-то там красные, фиолетовые, вот эти неестественные, зеленые волосы. Это все кринж. А вот такие, это прям кайф. Но не только из-за этого, потому что она умный персонаж. Это прям редкость. Мия Сорелла. Это Шнайдер. Call my name. А. Сестрица, это Шнайдер. Это самое, ты меня слышишь? Ты слышишь меня? У нее еще в начале... А можно еще раз послушать? Ну вот почему так? Ладно. Ты помнишь меня? Это Шнайдер, это я. Она ее нашла, смотри. Блин, я не знаю. Шнайдер такой раздражающий была в начале, когда мы ее первый раз встретили. Но при этом в ней что-то было такое интересное. Но она такой персонаж прикольный, оказывается. На самом-то деле, ну, это было заметно с самого начала. Просто мы про нее ничего не знали. А сейчас, то есть... Это... Блин, ребят, ну это... Оставьте Шнайдер, пожалуйста. Она крутая. Она прям заботится о семье своей, прости меня. Она прям заботится о семье своей. Она прям, ну, как по факту содержит всю их вот эту вот... Там мать, всех ее сестер, да? Ну, потому что она больше всех пользы приносит. Как будто бы, ну, как я понял из описаний. Тем более, что она самая младшая в их семье. Я как можно скорее выведу тебя отсюда, верну в наш апельсиновый сад, помнишь, на Сицилии. А вот она и матери сказала, что все, мы уезжаем отсюда поскорее. Мы обязательно вернемся с тобой, да? Ну то есть. Они же все вот с итальянским акцентом, вот со всем таким, хотя мне казалось австрийский акцент, но... Но он вроде бы французский, но он какой-то вот другой. Я про это уже говорил в предыдущей серии, что если ты не... Ну, кажется тебе, что это французский акцент, но при этом он какой-то вот... Как будто бы что-то в нем не так, значит, пошарь по соседним странам. Совмести с отсылками персонажа, и ты попадешь куда надо, я думаю. Мариан ее зовут. Но ей, как кажется, не очень хорошо, очевидно. Главное, чтобы их не поймали сейчас. А почему, кстати, они ее, ну, типа, удерживали у себя? Просто чтобы она не вернулась домой обратно? Потому что иначе у Шнайдер не оставалось бы причин работать с возмездием дальше, или как. Но это мерзко. Тише, тише. Мы скоро будем дома. И они идут. Ну, она ее несет на плече у себя, да? Они тихонько идут по этому, по коридору. Ты! А, мы такие заходим за угол, она идет, и мы встречаемся один к одному. Ты что, преследовала нас до сюда? Да ладно, ты что? А, да? А, блин, она не поняла ситуацию. Это ты, да, захватила эту девушку? Ты убийца, я остановлю тебя! Блин, ты не... Ну, ладно, откуда ей знать о ситуации об этой? Don't piss me off. С Парижи. Не зли меня, блин. Хватит меня раздражать, уйди просто с дороги. Причем она даже, ну... Беззлобно это все. Ага. Мистическое заклинание сонета направляется к Шнайдер. И это заклинание в корне отличается от тех, что она обычно создает. Это как будто бы клинок, созданный из злобы, из какой-то.
А, я понял. Потому что Шнайдер же чуть не убила Вертин. Я понял. И поэтому Санетта теперь она... Ну, она толком с ней... А, ну нет, еще же раньше было. Еще же раньше, когда мы первый раз встретились, когда она переубивала всех людей, во-первых. Ну, практически всех. И тоже выбесила там эту самую Санетта. Угу. И после этого они встретились в следующий раз, когда... Ну да. Ну, у нее есть причины так себя вести, на самом деле. Она даже не... Ну, она даже не закрылась от удара. Девушка падает со спины Шнайдер, она открывает глаза и кидается к Вертин в панике. Я не арканист, пожалуйста, не трогайте меня, не убивайте, да? Она очень на нее похожа внешне, на самом деле, видно. Она ее родная сестра, интересно? Они ее мучили, небось, здесь. Блин, это озвучка, ребят. Я не буду притворяться больше, да, что я арканист. Я не могу больше это пить. Они же ее спаивали этой сывороткой, правда? Причем, что они от нее хотели-то вообще? Мне кажется, они ее просто удерживали и пытали здесь. Мне так кажется. Хотя они... Тратили на нее редчайшую вот эту сыворотку? Зачем-то? Не очень понятно. Мы здесь, чтобы помочь. Оставайтесь, ну типа, будьте спокойны, мисс. Вертин просто, знаешь, как полиция чисто зашла. Ну технически, полиция времени. Похоже, что... она не в себе. Несмотря на то, что продолжают говорить другие, она продолжает те же самые, ну, несвязанную тарабарщину тарабарить, и ее руки как будто бы, ну, первого попавшегося перед ней хватают, и она так это самое с безумными глазами. Они ее реально, хотел я сказать, вывели из себя, но это, ну, не то, не это значит. То есть... Lost Her Mind, она буквально потеряла рассудок, но непонятно, на совсем или не на совсем. Либо просто ей нужно отдохнуть и прийти в себя. Блин, отпусти! Блин, отпусти! Она ее прям чуть не повалила на землю. Причем она ее называет, типа, ну, не по-английски, сестрица. Пожалуйста, не веди себя так. Теперь ты в безопасности. Ну, то есть, ты понимаешь, да? То есть она по-своему ее называет как-то. Могли бы оставить на самом деле в оригинале и просто написать в скобочках, что это означает. Что они тебя вообще ей заставляли, блин, проклятие? Я знаю, да, что, типа, это маты там туда-сюда, но... Ребят, ну воспитание. Я мог бы это перевести, как оно является, но вы же понимаете. Вы сами прекрасно понимаете суть этих слов. Может, она поняла только сейчас, что это ее сестра так-то? Они же очень похожи. Ну, по ее лицу видно было. У нее прям глаза так расширились на секунду. Ты ее сестра, что? То ли я... Неловко, да? Что ты напала на нее и буквально ее порезать захотела. She took the truth serum. I have memorized the formula. The feel and smell of the liquid could confirm. Она принимала сыворотку правды. Я помню формулу. По ощущению и по запаху. Ощущение и запах от ну, типа, этой жидкости подтверждает. А зачем? Let her lie on her back. Right arm high. I will conduct first aid and get her to vomit up the potion. Положите ее на спину и правую руку поднимите. Да, я могу провести ей первую помощь и, ну, чтобы она, ну, чтобы ее вырвало, да, этим зельем. Опять она прекрасна, ребят. Она все умеет, она все знает. Ну, это жесть. Okay, be quick. Давай, только быстро. Все, мы друзья. Ну, не мы не друзья, мы там, мы... У нас просто общие цели сейчас. Да? Мы сейчас не можем
враждовать на этой теме. И вдруг вы слышите, ну типа, звук надвигающихся шагов становится все более и более накатывающим для заблудившихся в этом лабиринте. Как будто бы это чисто как Оргалия из библиотеки идет такой за вами, и никак вам от него не скрыться. Только кто это идет? Ну это этот, наверное, Forget Me Not пошел проверить, что как там ситуация. Да фак! Это что такое? Мы видели этот кадр? Блин, на самом деле я чувствую 80, а то и 90% кадров, показываемых в трейлерах стартовых, из пролога и первой главы взяли. Может, что-то со второй главы? Ну, что это все с одной эпохи. Но это лозы какие-то прям. What the fuck? Рассекающий звук лоз прорезает коридор. Кого? И за ним следует звук бесчисленных шагов, который как будто бы рой голодных насекомых опасных накатывает, да? Блин, они нас нагнали, походу, и причем их дофига. We got company. We need to get out of here. У нас компания, похоже, нужно выбираться отсюда побыстрее. Ага. Шнайдер поднимается на ноги. Так. Stay focused. Forget the rest. А, типа, кому она говорит это, интересно? Может быть, Вертин? Типа, сконцентрируйся, забудь об остальном. Да? А, она говорит это Санетта. Может, она Санетта говорит, что типа все забей, мы тебя защитим, главное это самое. То есть ее сестра прям самое главное в этой ситуации. Все, я все сделаю. Угу. Еще чуть-чуть, и все будет, да? Да, вот только вот эта ситуация лучше не становится. Кто это, блин? Я не понимаю. Это как живой корень какой-то. Это все из возмездия, ребята, да? И кто-то, ну, среди вот этой толпы вальяжно выходит и приближается из темноты к нам. Ее мистические искусства уничтожают как будто бы каждый дюйм коридора. Вот как она... А, она подходит и корнями просто все в труху разбивается. Мы же под землей находимся. И вот эти корни, они просто стены перемалывают, будто бы... Что? Кто? Блин, ну это страшно. Эти новые противники вообще не похожи на тех, что мы раньше встречались. Ну, с которыми мы раньше встречались. Это что-то жесткое, блин. Ребят, я выход нашла, все, давайте выходим отсюда. Потому что нас тут просто сейчас засыпет заживо. А, именно вот здесь вот, да, мы врезали стену. Если вытолкнем машину наружу, то сможем здесь выбраться. И, блин, нас зажали буквально у стеночки вот здесь вот. Я предполагаю, что сейчас будет какой-то омега-босс-файт финальный в первой главы. Если мы сможем победить, то мы сможем выбраться наружу. А если нет, то нет. Но что-то страшно. Вообще, слушай, что-то как-то с места... Не то чтобы с места в карьер, а... Я к тому, что кто этот противник? Типа, у нас были обычные ребята из возмездия. У нас были высшие ребята, которые просто стояли и смотрели. И это как будто бы никто из них. Это просто... Кто? Everyone, start pushing now. We have to get out of here. Все, начинайте толкать. Мы должны выбраться отсюда. Причем машина-то это Бентли, блин. Из 20-х годов. Я попробую вытолкни это. Ну, это, блин, танк настоящий того времени. Угу. Группа противников продолжает приближаться. И другая группа людей в черном подходит из другого угла. Блин, нас реально окружили в этой ситуации.
Их реально дофига. Или нет? Они осматриваются, в их глазах застряла паника, и они замечают Шнайдера в коридоре, да, на нашей причем стороне. Здесь, да? Выход здесь? А может быть, это люди сбежали, да, из этого, из... Может, из каких-то местных застенков тоже. А может быть, из... Ну, вы понимаете, из кафешки. Может быть, они тоже решили сбежать, и вот они здесь. Босс, what should we do? А, это ее люди! Босс, что нам делать? Ну, помните, мы же... Она же мафиозница дофига. И у нее в ульте даже вылезают ребята с томми-ганами и начинают всех расстреливать, я понял. Here you are. The exit is here. У нее прям озвучка даже как-то поменялась. Заметили? Заметили? То есть у нее более уверенный голос такой стал. То есть она не говорит? Ну потому что ситуация серьезная, она не говорит кошачьим вот этим голосом, вот таким мягоньким. Ну потому что понимаете, да? Тут вопрос жизни и смерти. Идите сюда, выход здесь. А, то есть с одной стороны надвигаются противники, а эти с другой стороны, с бокового коридора такие: «Босс, вы здесь, с вами все в порядке, что нам делать?» И, ну, вы понимаете. Слушай, массовая заруба. Толкайте машину, толкайте ее! Блин, вы понимаете, как это? Мы же все, ну, типа, противники, мы не друзья нифига. Но в этой ситуации мы на одной стороне. Это гениально. Угу. Вот это капюшон. Ну, наверное, что имеется в виду, да? Толкайте, толкайте капот, скорее всего. Ребята, продолжайте толкать по моей команде. А, ну что, типа, раз, два, три, чтобы одним этим самым... Неужто там столько людей не могут Бентли вытолкать? Ready, угу. Ready, ну, то есть, поняли. Push. Готовьтесь, толкаем. Ну, то есть, раз, два, три. Ну, чтобы на раскачечку взять, на раскачечку. Ну, там машина... А, ну, подожди, машина, она же застряла еще в кирпичной кладке, само собой. Блин, это озвучка. Простите, блин. Автоайленд, ну, это типа марка, да? Слишком, она еще улыбается так хитро. Блин, машина слишком огромная, она вообще не двигается. Простите, да, что я такая богачка на таких машинах езжу. Огромных. У меня силы заканчиваются. Причем, ну, вряд ли она тут подавляющее количество толкучки дает в этой ситуации. Но она тоже толкается всеми. Вот это вот что такое, типа, мистер, ну, типа, яблоко, небесный апостол. Что такое небесный апостол? Или, типа, у него способность есть такая? Ау. Я вот не помню, кстати. У него есть там преломление света и так далее. Please move out the way. This is very dangerous. Отойдите в сторону, это очень опасно. Может, у него реально ульта какая-то? И он сейчас светом просто дезинтегрирует, как лазером, эту машину. Он же, типа, ну, концентрирует это все. Three rounds left, right, open the wing, put on the wheel. Или я вот не совсем понимаю, что типа три в сторону, направо, открыть крыло, двинуть колесо или чего-то вроде того. Я не совсем понимаю. Stay away from the car. И отойдите от машины. А может быть, он ее как-то зациклил, чтобы она взорвалась там или чего-то вроде того. Может такое быть? Возможно. Может такое быть? Может? Он же... У него, на самом деле, в описании, в истории, что-то про алхимию, он же алхимический конструкт, и про философский камень, и так далее. Может быть, он реально там свойства материи может менять, и так далее. Он же может, ну, физические объекты невидимыми делать буквально? Может. А Созоби при этом, она гениальный алхимик тоже. Да на самом деле и... Регулус, боже, она исчезла из истории, заметили как? Ее практически нету, хотя она была таким персонажем интересным в первом, ну, в прологе. А тут раз, типа, уступи место остальным, подруга. Да, да, он реально зациклил. Ну, скорее всего, там какие-то контакты, чтобы у нее движок взорвался или чего-то вроде того. Да, ну может, скорее всего, такое быть. И машину вытолкнуло в ту сторону, на улицу. Выбирайтесь из дыры, когда сможете. Стена скоро рухнет.
Бегите, я могу продержаться немножко дольше. А может быть там чел держит там стену, чтобы она не развалилась. Блин, ситуация отчаянная. 4, 5, 6, давайте быстрее. Мы все уже наружу, только ты остался. А, только вы, да? Мы с Анет? Ага. Хранитель, стена! Стена рушится! Только мы тут остались. А прикинь, сейчас стена просто обрушится, и те, кто не могут сражаться, останутся на той стороне, а мы здесь, блин, в этой ситуации. Офигительный просто. Star, please, don't run away. Погоди! Простите, не убегайте, пожалуйста. Подожди! Это Друвис? В смысле? Ну, я по букету понял, с Амеллой, с этой, с которой она всегда ходила, у нее платье немножко другое, правда. И у нее как будто бы, ей как будто бы маску вот эту на голову, причем маска как будто бы из корней сплетенная в форме там волчьей или лисьей. Может, это маска... Я не... Ну это она же! У нее озвучка та же самая. Смын! Кого? Она же в лесу осталась. Она проводила нас до кромки леса и ушла обратно. Нет? Ну, Вертин поняла, кстати, тоже. А чё в смысле? Не понял. И спустя мгновение она как будто бы в воздухе так вжух переместилась. И вот она уже стоит перед нами, потому что... Ну, вы видели Друвис? Как она в лесу просто... Да, лозы же еще, корни, вот эта вся фигня. Как она корнями просто развафлила. Там всех дриад одним ударом сваншотала. То есть она очень сильный колдун. А как, подожди, как она попала в руки возмездия? Или она всегда была, просто это был прикол такой, чтобы нас туда отправить. И она на самом деле с возмездием работает. И это все, это самое, двойное дно персонажа. Блин, кого? Судя по ее скорости, как она приближается и... Угу. И мощь ее способностей, разницы бы не было, даже если бы всем удалось сбежать из бара. Да? То есть, если бы мы все даже вместе с ней сражались, это было бы жестко. А теперь нас только четверо здесь осталось. То есть, ну, Вертин, Санетта, наверное, Шнайдер и сестра ее. Санетта... Да. Пытается... Ну, еще стена не обрушилась, но она с Мариан на плечах пытается выбраться, да, по завалу наружу все еще. А мы внутри... А мы внутри остались еще. Вот это кайф, ребят. Schneider, right? Неужто она забыла это все? Ты же Шнайдер, так? Я что, выбралась? Но она же ее сестра. Родная же сестра. Как она может ее не помнить? Или у нее реально в голове каша? Но она, слушай, она теперь хотя бы в рассудке в каком-то... Блин, как мне ее жалко, офигеть, это просто Дон Баек местная, ну да, в плане, что ты симпатизируешь персонажу, хотя он вроде твой противник, как будто бы, это как так вообще? В первой главе это все происходит, напоминаю. Yes. You made it. Да, ты выбралась, все хорошо. Знаете, вот когда... Ты прям видишь эмоции на лицах. И не просто статичные картинки, а вот прям... Это настолько лучше. Это настолько качественнее передает персонажа. Невероятно. Теперь ты свободна. Беги, ну типа, интересно, он... Ну, она тоже говорит, ну, Мариан, что типа все... Бегите, бегите отсюда. А остальное я сделаю. А что Вертин может сделать в этой ситуации? Она же
ну не какой-то прям супер-мега-маг, она именно что этот корректирует, ну, вы понимаете, корректирует, это не то слово, ну, других действий, вы понимаете, что я хочу сказать. Вертин и Шнайдер аккуратно выталкивают их на, ну, типа, выход, и стена обваливается. А что они вдвоем сделают сейчас в этой ситуации? И стена рушится, в следующий момент блокируя выход наружу. Ребят, что происходит? А что теперь? А теперь что? Блин! Это страшно, ребят. Это очень страшная ситуация сейчас. Там миллион этих челиков из возмездия, плюс вот она. А нас двое, два человека, Карл! Ну это безнадежно. Удивительно, но настал тот день, когда мы с вами сражаемся на одной стороне, да. Посмотрим. Блин, сколько шипперов Вертин и Шнайдер? Сколько их? В аудитории. Ну-ка, давайте. Потому что, ну, это идеально. Ну, потому что это буквально good match we are означает... Посмотрим, если, ну, переводить в контексте ситуации, посмотрим, насколько... много от нас толку будет, да? А если переводить, ну, ведь специально выбраны были именно такие слова, насколько хорошо... насколько хорошая мы... Пара буквально означает good match, насколько мы сходимся. Ну вы понимаете, да, вот эту суть фразы? Можно было иначе сказать, на самом деле. Совсем, но разработчики решили сделать... Я не против, вообще, я поддерживаю. Но ситуация не располагает. Выиграем или умрем, очевидно. А это прям босс-файт будет. Интересно, насколько жесткий, кстати, босс-файт. О боже. Но тем не менее, мы можем всю команду использовать. Если бы тут была только Шнайдер под нашим началом, вот это было бы реально жестко. А, так Шнайдер и участвует в бою! Опа-на! А мы не можем их убрать? Блин, мы не можем ее сюда поставить. 10 ходов. Леди с жезлом. Ой, да ладно, мы то-то не знаем, кто это. Леди с магическим, ну, таким изогнутым посохом. Куда бы она ни шла, огромная волна деревьев и лоз следует с ревущим звуком за ней. У нее полный резист к контролю. Если на нее в конце раунда навешивается контроль, она его убирает и накладывает на себя резист. Прибытие тишины. Регулярно накладывает окаменение на рандомного противника. 8000 хп! И ашки на флю... Ё-моё! Нет, ребят, вот это жестко. Это один противник в бою, но это жестко, слушай. Ветра становятся здесь. Ментальный урон и окаменение накладывает. Здесь растут лишь растения. Ментальный урон по всем... Ну, по двоим, да? Какофония под светом луны. Я до сих пор не понимаю, как... Это же... Ну, это же... Друвис? Так, хорошо, у нас есть выбор. У нас Дикий есть, кстати. Это хороший. Speak. Персонаж для этой ситуации. 18-й левел, да? Мы уже почти в топ прокачались для этого всего. Беру. Silence. Пусть она будет нашим первым персонажем. А, еще есть кто-нибудь? Есть Лейлани. Никбо там есть. Ник вообще не прокачанный, но у него хорошая... Он саппорт. Ментальный урон. Мокси просаживает целям.
Кстати, это вот неплохо. Это, кстати, неплохо. Давай. Вашим услугам. Смотри, сколько стоит и сколько у нас от этого всего. Просто раз и все. Ну, до 30 левела можно всех прокачать, вообще не задумываясь. Беру Ника. Так, и кто нам поможет? Пусть нам поможет Санетта. У нее никаких особых ни слабостей, ни силы нету. Хотя, можно взять мисс Муисан, которая может... Да нет, ладно, пусть будет Санетта, тем более, что она основной персонаж у нас. Но вот тут вот на самом деле Даста уже нормально тратится под конец. Учитывая то, что с фарма мы получаем по 3-4 тысячи. Но все же. Блин, ну мы должны справиться. Как будто бы. Мне интересно, насколько это интересно будет в принципе. О, смотри. Статистика с первых зачисток. Среднего уровня из выборка из 10 тысяч людей. А, каких персонажей используют? Так нифига себе прокачка у вас тут, ребята. Блин, вот это прикольная статистика. А? Так, ладно. Here I am again. Шнайдер, да я понимаю, что Шнайдер и другие подобные персонажи. Блин, музыка такая. Насколько она жесткая, интересно. Насколько будет жестко ее победить? Но по идее это нормал, но с другой стороны это финальный босс, но с третьей стороны это первая глава только. Не должно быть чересчур тяжело. И у нее 6, кстати, Мокси накапливается. О. А, так мы можем хилиться, слушай, так Дикки вообще идеальный персонаж для этой всей ситуации. Так, это на один таргет, блин. А я думал это сразу на всех. Так, дебафы что? Сделают ментальный урон и повышает урон, который цель получает. И, ага, слушай, неплохо. Блин, это озвучка Шнайдер. Кто это придумал? Ментальный, а у нее есть предпочтение к урону? Нет. Ладно, поехали. У нее как будто бы... Как будто бы вторая такая создается копия. Ну слушай, это как будто бы не так тяжело. Офигеть, эти анимации, ребят. Ребят, эти анимации... Это слишком хорошо. Это слишком прекрасно. Так, что мы можем... Мы можем забафаться. Ага. На самом деле, знаете... В оркестре, ну то есть во второй версии ульты, действительно очень полезная штука, бесплатное перемещение. Я бы забафал Дикке на самом-то деле. У нас еще атака есть сдвоенная. Ладно, давай вот так. Так, это дебафает по наносимому урону. А, это еще и мы дебафали по урону, кстати, цель. И все равно, ну, урон такой неприятный. Ну как будто бы это реально. Вполне себе за 10 ходов сделать. Да еще и просаживая Мокси, чтобы она нас не убила ультой своей. Блин, ну вот эта вот атака, это супер красиво. Главное жить. Что она делает? А, она окаменение накладывает! Ну, логично, я думал это способностями. Персонаж ничего не может сделать. Но этот тип урона диспелит. А, нужно бить своих персонажей же реальностью, чтобы... А у нас ментальный урон. А у нее физический, очевидно, да? Блин, так, ладно, вот это вот реально неприятная фигня. Слушай... Лучше, действительно. Ну, потому что у нас альтернативный вариант был такой себе. Что она сказала? Я только сейчас, я в голове у себя...
сделай, ну, типа, делай, что хочешь. Дорогой. Я правильно услышал, она в конце сказала? Прям шепотом. Или у меня уже глюки, связанные с шиперством Шнайдер? Или мне кажется, или она специально это все делает? Блин, слушай, и именно не... А, так он сам. Потом, его не обязательно прям дамажить. Так, следующий ход она сможет ультануть. И это больно будет, надо сбить ей Мокси. Обязательно. Мы можем это сделать? Нет. Так, ладно, вот это страшная фигня на самом деле. Так, здесь мы ее расстреляем, дадим Мокси себе. А насколько жесткая ульта у нее? 300% ментального урона. И мы не знаем сколько... Да урон у нее сумасшедший, блин, так-то. Она может нас просто развалить сейчас. А так у нас выбора и шансов других особо-то и нет. Разве что похилиться. Блин. Давай я просто попробую. Я просто попробую. Блин, она поет еще. Ё-моё. Ну что-то слабо. А, ну она еще стрелять будет, само собой. Ну, у нее пол хп осталось у босса, но я не знаю, насколько будет больно. Да это же ее ульта прям. Ну, блин, за этими корнями смерти. Мы умрем? Мы сейчас умрем, правда? А, нет, слушай, мы живы даже. Еще сейчас окаменение. Блин, окаменение на дике, которое может похилить. Два окаменения! Да ты что? Так, слушай, это реально жестко. Вот это реально жестко. Это реально жестко. Ну ладно, сейчас вот у нее точно пол хп. Еще она задебафанная. Так, ну ладно, тут мы живем. Сейчас окаменения не будет, оно раз в два хода, да? На следующий ход. Так, это что у нас делает? Длится три хода. Щит накладывает. Нам бы похилиться, реально. Отхил на всех идет? На всех надо сделать, обязательно. Так. Ну и ультанем. А, подожди. А, это баф. Это жесткий баф на... Стой. Баф на щит. Стой, тогда повременим немножко с этим. Хотя, ну почему бы и нет, на три хода. Давай дикий отхилим таким образом, и как-то не очень. Ну не отхилим, щит повесим, но тем не менее. Мы этой ульты, кстати, не видели. Блин, это красиво. Офигеть, и он себя просадил люто. Слушай, а у нас есть такая тема, чтобы никто не умер? Нет. Не обязательно, блин. Он собой пожертвовал буквально сейчас. Это зря я сделал, да? А, замена сонета сейчас пришла. Точно. Так, есть тут усилялки какие-то дополнительные? Нет. Мы сейчас просто люто влупим. Но мы выживем. Вполне себе. Слушай, очень много хп. Еще иммунитет. Но мы в ближайшие должны за 10 ходов как будто бы это все сделать. На харде я чувствую, это будет прям неприятно. То есть прям жестко. Да это и на нормале-то напряженный бой такой. По виду как будто бы и не скажешь, но еще раз, это первая, мать его, голова всего лишь. Угу. Так, дебафчик. У нас еще 3 хода есть, чтобы вынести цель. Так. И следующий ход можно будет задебафить по атакам. Да мы, по идее, должны развалить на следующий ход. Там еще урон генезисом идет, или я ошибаюсь? Так, щит только сейчас сбился. Я до сих пор не понимаю, как Друвис попала к ним. Это норма? Ну и все, и конец. Сейчас ульта раз, ульта два.
Почему Шнайдер такой офигенный персонаж, ребят? Ну почему? Я не понимаю. Она поет «Лондонский мост падает». Правильно. Если расстреляли подружаньку. Может быть, мы с нее маску сейчас просто собьем и такие: о, это она и есть. Да, смотри, у нее маска сгорает на лице. Это прекрасная концовка. Идеальный, кстати, комментарий под этот бой. Это было не то, что прям как-то тяжело, но напряженно. Напряженнее даже любых других элитных противников в этой главе. Но так и должно быть. Так и должно быть. Да, смотри. У нее маска просто спадает с лица. Да это она, блин, какая она... Почему? Почему? Это вы? У нее, она под контролем по-любому же была. Это же маска возмездия. Ребят, ну вот, вот в рамочку я бы на стену повесил. Почему здесь прекрасные такие вайфу? Я не понимаю. Это противозаконно. Так делать. Но это против правил. На этом глава заканчивается. Жалко, конечно. Выстрелы заканчиваются внезапно здесь. Там же говорили, что и сегодня никто не заметит выстрелов. Подожди, мы на одну звезду прошли всего? Но они начнутся очень скоро дальше, но не сейчас. А, ну то есть выстрелы закончились пока что, но они продолжатся скоро, но не здесь и не сейчас. Ну я понял, что типа... После того, как вы соберете все отголоски, вы откроете новую историю. На клиффхенгере буквально первый сезон закончился. Напишите, ребят, а на релизе, на Китае особенно. Ну, можно на Китае, можно здесь. Сразу несколько глав было доступно. Или только первая глава, а следующие добавляли потом. Потому что это было бы, конечно, сильно. Награды, ну и Entertainer is the Night. Вот, следующее. Смотри, мы получили, еще нужно вот два посмотреть, садовые ножницы, ну это эти, ну вы понимаете, подрезать, и какая-то проигнорированная, это, ну неймплейт это, как правило, табличка с названием. Пара острых садовых ножниц, которые с легкостью могут разрезать лозы и отрезать шипы. Может быть, они выпали с этой, ну, с Друвис. Это, кстати, она же и есть, да? Я только сейчас заметил. Я, честно говоря, когда миниатюры показывали, даже, блин, не понял этого. Взять их с собой. Зачем они нам? Ну, ладно. Так, а это где? А, ох ты ж. Это в лесу табличка, там, где мы встретились с Друвис первый раз. Ну привет, друг. И снова ты здесь. Мы очень давно с ним не разговаривали. С тех пор, как поругались... Да, мы ж поругались с ним на теме того, что он не может ничего изменить в нашей истории, как оказалось. И это было очень давно, это было... первой половине всей главы, и с тех пор он с нами не разговаривал, этот голос. И вот ты снова здесь? Maybe it's telepathy. Maybe your soul is out of your body. Maybe... А? Anyway, я ему буду давать договаривать. Ну вот что, очень хороший голос. Может быть, это телепатия, может быть, на мгновение душа из твоего тела выпорхнула, да, чтобы увидеть это. А может быть, неважно, ты снова здесь, в темном лесу, огромные дубы трещат вокруг тебя, сухой, едкий воздух поднимается от поверхности. Возможно, когда-то мы узнаем, кто это. Flames swallow a lot of things. A lot of money.
A lot of lives, family laughters, and a pair of eyes that once looked to the future. Пламя поглотило многое. Деньги, жизни, смех семейный и пару глаз, которые однажды смотрели лишь в будущее. Что это за запах, либо ощущение такое, словно... Dead skin, dead fish, upturning fishy scales, desperate, the wailing wails of aquatic animals being boiled in the sea. Мертвая кожа, мертвая рыба, расколотые рыбьи чешуйки, отчаянные стоны водных существ, которые заживо кипят в море. Что? Your palm tingles as you caress the trunk. The tree trunks with hanging dried strips of bark look like frightened cats. А, в этом плане. This might be their last effort to retain their dignity before meeting their doom. The hanging bark falls to the ground at your touch. No muss, no fuss, as if they've prepared. Это сравнение, это метафора к этому лесу выжженному, что как будто бы как эти... ну, деревья, как выброшенные на берег киты, да, как заживо вскипевшие в море в своем. Твоя рука, ну, как будто бы немножко ее щекочет от того, что ты касаешься мертвого бревна. Эти кусочки коры во все стороны торчат от мертвых деревьев, высушенные, как испуганные кошки, да, которые по дереву забираются. Блин, какие красивые метафоры. Как будто бы это... как будто бы они погибли в последней попытке, ну, спастись, да, от того, ну, перед встречей со своей погибелью. И вот эта вот отвисающая в стороны кора опадает на землю от твоего прикосновения, да. Без, ну, no mass, no fuss, что типа без помпы, да. Без фанфар, как будто бы они были уже давным-давно готовы упасть на землю. Мне очень нравятся вот эти диалоги. Они, это одно из лучших, что в игре есть пока что. The woods are no fan of the fire, but they don't like staying on the cross for a long time either. Лес небольшой фанат пожаров, как понимаешь. Но к тому же и небольшой фанат того, чтобы на перепутье стоять долгое время, да? Между тем, чтобы рухнуть окончательно и стоять вот в этой мертвой тишине. Все еще так много вопросов, которые ты бы хотела ей задать. Друвис, да, имеется в виду. Я думаю, это наоборот реверсивная фигня, когда наоборот мы как будто бы в шкуре Друвис находимся здесь. Ей это скорее вертит. Хотя не факт, что... Ну вот мы с позиции как будто бы Друвис это все воспринимаем сейчас. But before you could, the battle has started. Но не успела ты это сделать, как битва началась. Либо у меня... И можно сказать, у меня все еще есть шанс спросить ее. I like you being positive. Your optimism will help you achieve your goals. Get with the impossible girls, pay the bills, and probably become the greatest pacifist. Как же мне нравится твой оптимизм. Может быть, он поможет тебе достичь твоих мечт, заполучить, ну, типа, impossible girls, да? Девушек, которые слишком хороши для тебя. Оплачивать счета... Может быть, стать лучшим пацифистом на этом белом свете? И все это один пацифизм. Ой, не пацифизм, это весь... Все это оптимизм сделает, разумеется. Все лишь одно позитивное мышление и желание. Оно же все всегда это так и работает. Всегда же, да, менталочка решает все проблемы жизни. Блин, как он рофлит. Oh, did I just mention the girls? Just in case I need to add a few more. So get with the impossible girls, boys, elders, transgenders, cute radios, assheads. Как ты это делаешь? Я только про девушек сказал.
Ну, добавлю несколько еще в этот список. Кроме девушек, можно и про мальчиков вспомнить, и про тех, кто старше, и даже про трансгендеров. Эта игра просто и пофиг. Cute Radios, я вот не совсем понимаю. S-Heads это типа тупоголовые люди какие-то. Cute Radios это может быть наоборот. Да. Всё, хватит этого разговора. О чем мы сегодня говорили, это лишь между мной и тобой. Вот это вот можно даже другой вариант посмотреть. Я думаю, он к тому же приведет. Давай послушаем, что за запах. Gasoline. А. The turf here is tan and shiny. The clump looks like an uneven asphalt road. И типа здесь проникает запах бензина. Торф под ногами такой. Ну, tan and shiny. Tan это типа темный и сверкающий, что это торфяник, который сгорел так жестко. Не потому что это большой лес был, а потому что здесь еще болотистая почва, ну вы понимаете, да? И это помогло сгореть этой земле еще жестче. И бугорки на почве выглядят как будто бы на асфальтовой дороге, на которой давно дорожные работы не проводили. After so long, I mean, so many days, probably years, the fumes are still as pungent as yesterday. И уже столь много времени прошло, столь много дней, может даже лет, а запах здесь все же такой же едкий, как будто бы вчера это все место сгорело. И 8 часов не займет, чтобы глаза у тебя зудеть начало, как будто бы от, ну, этого, от угарного газа, от дыма. Как, ну, хотя уже годы как назад это место сгорело. Слушай, тут вообще другой диалог. И этот лес, сгоревший, тянется настолько далеко, как будто бы границ у него нету. И едва в темной ночи можно различить такие же темные деревья, как и ночное небо. Чтобы создать такой огромный, впечатляющий пожар, хватило бы маленькой бочки с бензином, интересно. Поджога этого. А может быть здесь реально бочка с бензином? Может быть кто-то реально это место поджег? Сомневаюсь, что даже 50 бочек было бы достаточно. А, интересно. Но это к тому же приводит, что слишком много вопросов. И битва началась. И он начинает рофлить за оптимизм. Это очень интересно. Взгляд в прошлое. Интересно. Очень интересно, ребят. А почему я не получил вторую звезду? Я сделаю это за кадром, окей? Потому что там уже сколько у нас? Ну, где-то час 15, час 20 длится серия. Ender is the night. Не забывай меня. Помнишь? Forget me not, don't forget me. То же самое. Блин, как мне нравятся вот эти вот постеры глав. Потому что они выглядят как будто бы плакаты в кино. Вот чего-то вроде того. Кстати, нового фарма ресов у нас не открылось. Ну, потому что откроется чуть дальше. Ох ты. А вот и пустоши. Где-то открылась дверь. И оттуда, сквозь дверной проем, начинает влажный бриз дуть. А, ну это где-то в этом? Я правильно понимаю, это все еще где-то в чемодане. Открылась новая дверь в пустоши, которые за пределами домика, где мы, ну, спокойно находимся в безопасности. Я правильно понимаю? А, нам же, ну да, говорила же Вертин, что там слишком опасно, там все постоянно меняется. Только озеро остается неизменным с прялкой. Угу. Еще столь много неисследованных мест осталось внутри чемоданчика. Откройте дверь и ступайте в пустоши. Погоди, я могу на что-нибудь другое нажать? Не могу. Ладно, давай, там трактор еще такой. Очень интересно мне посмотреть на это прям. Ох ты! Вы можете собирать пыль, созданную пустошью здесь. Здесь... пыльная
колокольня стоит. Только не говори, что мы будем прям клетками ее наполнять. Это гениально будет просто. То есть, ну, в этом огромном океане времени у нас будет постепенно, если будет реально распространяться это самое, и мы будем на разных клеточках, как будто в цивилизации играем, или в прошлом, ну, в какую-нибудь такую 4X-стратегию, это будет гений, просто это гений придумал. 1200 на халяву. Нажмите здесь, чтобы редактировать пустошь, и можно сюда персонажей переносить, покупать чего-то, смотреть, и смотреть палеозал. Ну, типа как палеонтологический, да? Я сейчас в шоке, ну, блин, это гениально, знаете, что это? Это прям, как будто бы я в Каркасон играю, или есть такая офигеннейшая игра, можете ее в Стиме посмотреть, называется Dorf Romantic. Очень-очень крутая игруха, посидеть и просто почилить. Поток воображения обретает форму и формирует острова. И растения растут на островах. Мы просто как бог какой-то. Да, в первый день создал твердь небесную. Угу. Нажмите на место на границе пустоши, чтобы расположить новый остров. Мы просто такие раз. Смотри, мы острова ставим и здания отдельно. Земля новорожденных. Это мы должны расположить энное количество. Но пока что у нас лимит какой-то на... А можно его забрать обратно, можно купить новые какие-то приколдесы. А можно все сбросить полностью. Можно его повернуть. Можно отменить, можно подтвердить. Блин. Располагайте здания и острова в пустошах, чтобы увеличивать... Ну, вигор — это живучесть, типа, да? Жизнеспособность. Которая может увеличить производство денег и даста. Понял. Расположите 5 островов, чтобы закончить цель. Давай посмотрим. А я могу двигать? Я могу. И оно безграничное просто. А приблизить я не могу? Ну, походу, нет. Земля новорожденных. Так, я могу любые выбирать, да? Блин, это прикольно. Давайте немного землицы добавим сюда. Вот так вот. Мы еще... Да, мы еще увеличиваем количество ресурса. А, это есть вигор. Но это по факту общий уровень счастья. Нам нужно еще 80, чтобы повысить... Угу. Повысить по факту благосостояние, я бы вот так вот это перевел. Тут можно реку сделать, слушай. Да, но эта река должна где-то начинаться, так что, блин, я тут так могу надолго залипнуть, ё-моё. Здесь поле начинается, но у нас как будто бы других полей пока что нет, поэтому давайте ограничимся морем. Пусть это будет как маяк реально на границе. Ну, на границе моря. То есть это как бы такое... меняющееся море, а мы в нем создаем статичные места. Такие, так что вот здесь вот по-любому будет берег, в любом случае. А здесь как будто бы... Я не знаю, полуостров хотел бы сделать. Блин, эта игра меня заставляет такими вещами интересными заниматься. Раз и все. А, вы успешно расширили пустоши. 5 островов были выставлены. Мы получили реликвии памяти. А, мы можем это поставить из темы архипелага. Блин, это гениально. Угу. Абсолютно все рано или поздно будет забыто и познает свой конец. И также конец будет забыто. Ну типа и даже смерть познает. Смерть, конец. Теперь мы можем расположить здание. А мы же получали, кстати, что-то. У строительства зданий есть свои требования. Они требуют определенное количество островов. А, занимают определенное количество места. Какое-то количество благосостояния дают. И еще есть дополнительные требования у каждого здания. То есть, например, реликсы ставятся только в лесах. Я правильно понимаю? Да, мы можем только в лесу их поставить. Блин, это, я такую механику впервые вижу в гачах. Просто, ну чтобы вы знали. Никогда я такого не видел. Это слишком гениально. Я обожаю такие игры просто. Их очень мало, где мы вот таким занимаемся. Просто раз и все.
Жесть, расположите 6 островов с реками теперь. А вот это повелитель снежного сезона. Мы его не помню за что получили, честно говоря, но он располагается где угодно. Но давайте его немножко в другом месте поставим. Потом. А у нас это реки считается вот здесь вот. Нельзя забрать. А, потому что почему? Потому что это типа стартовые локации. Или это земля новорожденных? А, новорожденная земля — это типа вся локация. А есть мы можем типа выбрать сет, я понял. Ну ладно. Ну просто реки вот эти вот, я не совсем понимаю. Они же здесь не коннектятся. А, подожди, вот оно коннектится. Или нет? Нет. Я тогда не понимаю, мы должны... Ну подожди, тогда пусть река начинается... А, ну и должно так... А, оно и должно так соединяться. Я понял. Тогда предположим, что оно будет стоять здесь. У нас здесь будет мост прямо на берегу моря. И здесь будет начинаться поле. Но это слишком гениально, ребят. Вот так вот пусть закручивается. И тут будет у нас поле начинаться каких-нибудь камелей. Я не знаю. Это тоже рекой считается, что странно на самом деле. Вот здесь вот на самом деле как-то очень странно все это коннектится. Поэтому пусть будет вот так. А здесь вот посмотрим, может быть, будет более удачное соединение. Хотя, если мы туда просто суши накинем... А, так оно... Все, понятно. Все будет хорошо. Предположим, что здесь будет суша. Суша, и эту штуку мы повернем. Я просто не могу для нее места найти хорошего. Здесь можно прямо реку попытаться даже сделать. Вот как-то вот она не смотрится там, честно говоря. Оставим пока что. А, можно вообще сделать вот так. И тогда это будет просто продолжение реки. Гениально! Гений. А, хорошо, 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 хорошо. Тогда вот здесь вот мы поставим просто сушу. И в этой суше у нас будет стоять вот этот повелитель зимнего сезона. Где-то сбоку. Но мы можем максимум 60 только поставить. Стоит понимать. Там прям котик лапкой двигает. Все, здесь будет река. Да, но при этом эта река вот такие вот будет подковообразные штуки создавать, не очень-то приятные. Поэтому поставим сюда. То есть здесь вот как будто бы хочется другую форму немножко для побережья сделать. Типа вот так. Слушай, а вот эти вот все задания, они нам будут постоянно даваться? И теперь расположить 10 островов с растениями, то бишь прям с лесами. Ага, вот здесь вот уже не будет вода продолжать. Хотя вот не факт, будет или не будет, но лес пока пусть коннектится здесь. Вот так вот. Здесь будет огромный-огромный лес. Ну, типа, по крайней мере... Пока у нас другого выбора особо-то и нету. Здесь вот как будто бы осенние начинаются краски. Их можно куда-то в другую сторону сдвинуть потом. Слушай, это я тут могу провести супер много времени. О, смотри! Маяк, типа, для вояжей. Оранжевый цвет возносится в небо вместе с теплым светом. Он поднимается все выше и выше... И рано или поздно становится маяком для всех страждущих. Гениально. Расположить, в принципе, 20 островов в пустоши. Это прям маяк, и он в воде должен стоять. Обязательно. Пусть вот тут стоит. И там как будто бы лодочка какой-нибудь... Лодочка какой-нибудь Регулус. Или чего-то вроде того. Здесь будет у нас река.
Нам нужно больше вот этих тайлов. О, так мы можем двигать, да, но они все с сушей. Это вот как будто бы такое себе. Здесь вот осенние начинаются, здесь вот просто камни. Осенний лес можно куда-то вот сюда вот сдвинуть, в принципе, почему бы и нет. И как-нибудь его вот так вот провернуть аккуратно. Есть контакт. Лес. Ну, точнее, наоборот. Ну да, это так и. Ну, короче, лес, озеро. Пустошь ожидает новых посетителей, которых она вполне себе заслуживает, да, потому что она прекрасна. Поговорите с местными жителями. И. Я вот не совсем понимаю, что имеется в виду, что это место открыто для всех, да? То есть мы не скрываем это место от каких-то конкретных людей или чего-то вроде того. Пролевелапить поля холм до второго левела, что мы можем? А это, кстати, подожди, а это что? Что мы собрали? Это, кстати, не декор. Так подожди, это прям остров другой? Нет, мы можем прям сеты другие выбирать, я понял. Земля новорожденная. Реликвии можем ставить. Вот оно что, Михалыч. Все, я понял. Давай вот сюда поставим мистера Яблока. Эту вот реликвию. Денрожденческую точку мистера Яблока. Не совсем понимаю, как это все. Блин, так, вот здесь вот река будет по-любому в лесу. Но при этом она странно так законнектилась здесь. Здесь можно сделать озеро лесное. Почему бы и нет? Но я бы реку здесь хотел больше. Ну-ка, подожди. А если здесь сделать... Но там островок получится. Блин, вот здесь вот не совсем все удачно соединяется. Так что давайте вот это вот заберем. Просто здесь добавим... Да, вот так. Так даже лучше. Петляющая речушка в лесу. И там можно реально сделать озеро. Какое-нибудь такое небольшое. Хотя, с другой стороны, типа, тут вода, как будто бы реку хочется продлить. Да, все, я завис, ребят. Я извиняюсь, но вот кому интересно вот смотреть, как я декорирую, можете, в принципе, сами написать. Вам хочется посмотреть на мыслительный процесс декоратора или не особо. Или, ну, такое. Или сомнительно. Блин, вот как она реально сомнительно становится. Такое себе. А здесь у нас просто осенний лес продолжается. Просто осенний лес. Вот, и какое-нибудь одно дерево вот сюда. И здесь у нас будет чисто вода. Хотя на самом деле... Давайте заберем. И сюда добавим воды. Добавим воды. Здесь будет такой полуостров. Сюда можно будет что-то поставить еще. Все, а здесь у нас будет чисто море такое большое. Кто это придумал? Вот... А, смотри, у нас лимит какой-то есть на то, что мы можем ставить. Хотя, на самом деле, у нас еще половина клеток есть. Как будто бы, да? Которых можно куда-то расположить. Здесь вот как будто полянка такая пустоватая немножко получилась. Давай вот так вот немножко провернем. Да, вот так вот неплохо. Здесь будет река двигаться дальше. Вглубь. 34. Вот здесь вот небольшая будет поляна. Хотя даже не так. Это вот мы поставим сюда. И типа все, у нас вот здесь вот не осталось больше мест. Странно так. Или это с повышением? Мы, наверное, с повышением вот этого центра будем получать, ну, дополнительный лимит.
Врожденная земля. Ну, блин, такое. Зданий у нас никаких нет, да? Мы сюда поставим еще одну реликвию, вот этого пугала, например. Вот такие день рожденческие точки будут у нас разбросаны по всему вот этому пространству. У нас вот здесь вот еще есть 7. Блин, ну вот так вот как-то не очень красиво. Ну и вот так вот тоже здесь вот было бы более ровно. Слушай, а можно? Ну в целом можно на самом деле вот такой вот изрезанный берег сделать здесь. И здесь вот небольшое вот это вот поле получается сверху. Вот. А это просто обычные земли. Нет, здесь пусть дальше вот так вот уходит. Вверх. Так, ну а тут пока что я не знаю, как оно будет. Так что оставим просто вот так. Здесь будет лес постепенно заканчиваться. Ладно, пока давай для целостности вот так вот сделаем. Островов здесь больше не осталось. И последняя реликвия. Пусть она где-нибудь вот тут стоит. День рождения как раз таки, как в этом кристалле зовут. И вот это еще как будто бы 17 должно быть островов. Но у нас их просто больше нет. Хотя вот тут еще один. Все, вот теперь точно. Хорошо, то есть мы теперь выходим. Угу. Пустошь стала еще более обширной. Теперь пригласите сюда арканиста. Блин, это гениально. Ну вот мне говорили, что ты сюда приглашаешь ребят, и они здесь отдыхают, и у них доверие к тебе от того, что ты им такой отпуск дал. Все доступные арканисты внизу. Выбирайте. Выберите одного арканиста и пригласите их сюда. Пусть это будет Baby Blue в стране чудес. Это гениально, по-моему. Вы можете выбрать, куда именно выставить арканиста, возможно, в какое-нибудь прекрасное место. Ну да. А мы его прям выбираем, да? Ну ладно. Здесь количество посетителей. Повышаете поле зал и получаете больше благосостояния пустоши, чтобы увеличить вместительность. Но здесь ее толком даже и не видно. Давай ее выставим куда-нибудь. Да вот пусть она вот здесь вот стоит где-нибудь. Пока что тут все равно места особо-то и нет. Да. Какой-нибудь, ну просто вот ради интереса, мне интересно Рэббис. А если... Это Рэббис же... Если мы его расположим прямо в его клетке. Мы вообще можем? Он будет какие-то бонусы, интересно, от этого получать? Ну и, допустим, кристаллу, допустим, будет здесь. Это вот, ну, интересно. И какой-нибудь там мистер Яблоко, допустим, вот здесь. Ну и вот 4 из 4. И теперь они просто здесь чилят. С ними можно пообщаться. Какой прекрасный сон. Блин, это, ребят, это гений это придумал. Oh, hello. Приветствую. Так, Палеохил. Давай посмотрим. Блин, это гениально. Просто. Здесь уровень... Поля вот этого холла и базовая информация о пустошах. Здесь можно его левелапать. Здесь материалы источника желаний. А источник желаний может крафтить материалы. А вот эта пыльная колокольня и рынок Шерпадонити, в нем можно покупать базовые материалы. А, ну причем это нужно повысить, в принципе, до второго уровня, чтобы рынок разблокировался. И можно перекрафчивать... А, и нужно левелапать, я понял. Но вот здесь вот...
А, ну это понятно, это чтобы забирать. То есть это центр. А это что такое? А, ну это можно перемещаться между важными моментами. Так, а 5 всего повышений. Блин, ну на самом деле, в каком-нибудь там Alchemist Art или чего-то вроде того, да даже в Аркнайте, примерно такая же механика, но здесь она реализована творчески прям. А, уровень повысится, ага, вот нам нужно ядро. Да, мы сможем как раз-таки использовать рынок и использовать источник желаний. И больше будет в рынке Шерпадонити. Ну, короче, в Шерпадонити маркете он будет сам по себе производить деньги. Будет производиться больше всего. Можно будет башню и рынок повышать до 3 уровня, до 80 клеток и на одного персонажа больше. Но это нужно некое дитя процветания. Подземная скала, которая приносит, ну, типа, плодородие. Используется для повышения палеозала. И причем, смотри, их нам нужно 4 штуки, я так понимаю, да? Чтобы повысить 4 раза до максимального 5-го этого самого. И ровно, как и в других похожих играх, именно по сюжету ты его получаешь. То есть где-то, я так понимаю, ближе, ну, во второй половине, скорее всего, второй главы мы только получим повышалку. То есть до этого момента все. У нас Wilderness особо дальше не качается. Жалко немножко, ну потому что, ну мы конечно можем еще расположить здесь интересные какие-то места, если они у нас окажутся. Я понял, что это дополнительный слот, и если мы, допустим, купим чего-то, задонатим, или там получим за прогрессию, чтобы нам было куда поставить, ну вот как вот эту вот штуку, да, это дополнительный такой буфер. То есть мы можем вот зайти в условный магазин, и вот как раз-таки за вот эти вот кусочки из, ну вы понимаете, купить локации разных интересных. Но я в это углубляться не буду, да? Целью было лишь зайти и лишь посмотреть, чего там, как, куда, и... А, у меня кошка залезла на стол, я ничего не вижу. Секунду. Вот, но тем не менее у нас появилась новая активность, ну, если ее так можно назвать, это скорее не активность, а пассивность. Выстраивать свой личный маленький мирок внутри, в котором все в безопасности будут и так далее. Но это требует время, это требует ресурсов и так далее. Капец, мы даже самый первый акт не закрыли еще здесь. А, так подожди, это есть, это вот, это есть миссия. Нет, слушай, так мы практически все здесь сделали. Нам нужно повысить до 15 уровня персонажа, связанного с растениями. И повысить вот этих вот двух наших девчат до 23 уровня. И увидеть второй эпизод второй главы, чтобы закончить первый акт. Но нам пока просто не нужны такие уровни. Вот это вот я могу сделать. И получить награду, судя по всему. О, смотри! Вернет все материалы, которые вы потратили на прокачку этих персонажей, то бишь они на халяву будут качаться. То есть мы кэшбэк получим. Слушай, ну то бишь это для того, чтобы у нас был кор персонажей, для которых у нас 100% хватает ресурсов. Слушай, гениально. Просто гениально. Но мы... Можно сказать, закончили очень важный момент. Я до сих пор не понимаю, как люди так опыт повышают. И у нас еще ивент. Но этот ивент скоро закончится. Когда он закончится вообще? Февраля. Ну то есть, сегодня я эту серию записываю 12-го. То есть через 2 недели. Как будто бы, если бы я играл для себя... Я бы это все прошел. Но... Давайте одним глазком, просто я кликну. Just in time. Как раз вовремя. Is this yours? Это твое? Yes! Блин, тут прям катсцена, вы посмотрите! Спрячь подальше, дитя. Это трейлер, я его видел даже в интернетах. Посмотрите, насколько это прекрасно, я не буду это переводить на ходу.
something to do with that comet myth I heard about. Some mythology. Блин, насколько это прекрасно, ребят. That's how we locate. Вот это вот в индийской тематике. И мы это сейчас не увидим. Супер обидно. Супер обидно. Потому что мне времени не хватит просто на это. Но тут прям эти. Тут прям супер, супер круто. Я трейлеры потом все переведу когда-нибудь. Раз я все начал переводить. Просто... Ну посмотрите на это. Ну посмотрите, это настолько охрененно, насколько может быть. Все вот эти вот ивенты в этой игре, которые пока что выглядят лучше, чем основной сюжет по трейлерам. Но основной сюжет тоже офигенный, но там все постепенно, а тут целая история же сконцентрирована в одном ивенте, вы понимаете. Поэтому максимально как фильм посмотрел. А в основном сюжете ты как сериал смотришь. Блин, насколько это офигенно. Ты будто бы сериал смотришь, который очень медленно разворачивается. Тут будто бы на какие-то яркие 2-3 часа ты пришел, получил дозу адреналина, дозу офигенчика, и все. Ну посмотрите на этот стилек. Посмотрите, как... блин, я не знаю. Это же... Очень хочется посмотреть, но... Просто не хватит времени. Эти 16 дней. Ну, хотя 16 дней до момента, как ты сможешь собирать награды, а так-то 13 дней. А учитывая то, что я серию записываю раз в неделю... Ну, вообще, говорят, будут рероллы ивентов. Это на самом деле очень странно. Типа, рерол ивента. Что это вообще такое? Я такого даже не слышал в жизни никогда. И при этом эти рероллы будут идти, типа, не месяц, а полмесяца всего лишь. То есть, как раз-таки 13 дней... И причем начнется типа только с 1.6, когда 1.6 в глобале будет через какое-то время. Я думаю, мы сделаем так. Сейчас мы это пропустим, а когда будет рерол, я, может быть, может стрим я сделаю. Может быть, я упарюсь и все это люто запишу в какой-то концентрированный момент. Я не знаю. Вот именно поэтому все это записывать очень тяжело, особенно когда... Игра у тебя не является основной на канале, понимаете, да? Мне просто времени на это не хватает. Обидно, конечно. Но смотрело бы больше людей, больше было бы и реверса на канале. А, хотя, куда тогда девается Лимбус, да? Ведь там еще и стримы и все такое прочее. Это, конечно, да. А, сюжетно, насколько я знаю, абсолютно все ивенты происходят... когда-то до основного сюжета. Ну, то есть, в будущем. Ну, то есть, мы же идем от 99-го в прошлое, да? И пролог был в 66-м, по-моему, или чего-то вроде того. А все ивенты, они происходят между 99-м и 66-м. Ну, понимаете, да? Я, насколько знаю, первый ивент до пролога происходит, но в том же году. То есть, до основной истории. Вроде бы второй ивент в 70-х происходит. Этот... Не знаю. В 80-х, в 90-х, чего-то вот такое. Так что, да. Обидно. Но ладно. В следующий раз мы начнем двигаться, разумеется, по второй основной главе. Особенно учитывая то, что такой клиффхенгер, блин. И... Можете меня поздравить. Мы прям... Наконец-то закончили с первой главой. Их пока что всего 4, но, насколько я знаю, в 1.5, когда он доберется до глобала, появится 5 глава. Так что тут еще есть чем заняться, даже в основном сюжете. Но ивенты, это, конечно, в гачах больная тема моя всегда, потому что их особенно, когда делают крутыми, офигенными, а потом они берут и исчезают, это прям такое... Хотя, кто знает, может быть, когда до глобала доберется это все, может быть, вы представьте, если вдруг решат для английской версии сделать архив какой-то. Ну, или к тому моменту, через несколько месяцев, решат делать не реран ивента, а именно архив добавить.
Потому что, ну, еще же до этого нужно добраться, да, на глобале до 1.6. Так что посмотрим. Ну, а пока что, если эта серия вам зашла, то есть сегодня прям много всего интересного было, разумеется, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте, ставьте колокольчики, чтобы ничего не пропускать. Ну и, как обычно, пишите ваши комментарии, как всегда, будет приятно и полезно все это почекать. А, как обычно, кому интересно, залетайте на стримчики или смотрите записи, там, трансляции или чего-то вот такое вот. Все необходимые ссылочки на Twitch, на Discord, на поддержку канала на Donation Alerts или Boosty. Как обычно, никуда они не деваются, там же, где и были. В описании канала, в шапке канала или в описании под видео, где вам удобнее. Напоминаю, что прям супер дешмански это стоит, и там контента миллиард, просто миллиард и маленькая тележка. Можете сами ознакомиться, сами для себя решить. Ну а те, кто уже поддерживают, само собой, огромнейшее им спасибо за мотивацию и вашу чудесную поддержку. Ну а я с вами прощаюсь, надеюсь, что у вас все прекрасно, увидимся в следующий раз. Всем удачи и всем пока!